Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор огромной посылочки от компании «Любимый Василек». Итак, поехали. Пакетики приходят опломбированные, я сняла пломбу. И сейчас будем с вами все по порядку доставать. Внутри белого мешка еще вот такой вот пакет, все упаковано. Столько всего классного, цветного, есть новиночки. Давайте первое, с чего начнем, это с игрушки, потому что мелочь ждет. Слушай, какой он большой, я думала, она маленькая. За такую цену. Сейчас я накладную достану сразу. Смотрите, это антистресс. Игрушка-подушка, котик. Как плотно набито. Вообще класс. Мы такие игрушки как-то раньше покупали в магазинах, они были плохо набиты. Открываем. Какая прелесть. Он еще и как будто в купальнике. Как раз такой летний мотив. Он или она. Крыска, наверное, все-таки, да? Котенка, это будет у нас крыска. Эй, какая у тебя подушка. Мне так нравятся подушки антистресс вообще. Я их люблю сама. Много раньше было. Очень плотно набито. Вот руками даже не сжать. Так, по цене сейчас сориентирую вас. Подушка. Давно смотрю на игрушки. Васильки, есть классные игрушки. Вот такие антистрессы разных размеров. И есть игрушки. Сейчас котенок. Котики тоже очень классные, но они подороже, они не совсем бюджетные, но, блин, они крутые, я, может, когда-нибудь закажу, мы с вами посмотрим, очень красивые. Так, 454 рубля. В магазинах за 400 рублей, наверное, 1/3 от этой игрушки размера. Какой классный. Смотрите, какая прелесть. Ну, вы поняли, здесь внутри такие шарики, да, мелкие, антистресс, ее приятно трогать, жмакать. Вот такая вот прелесть в юбочке морской. Держи. Классная? Так, поехали дальше. А, детская в отдельном пакетике. Здесь и для маленькой, и для большой. Сейчас достанем все, посмотрим. Новиночки были коротенькие комбинезончики M&M's, а сейчас вот такие вот. Желтый. Да, у нас она есть. А сейчас с шапочкой вот такие вот на прохладненькую погоду комбезики. Смотрите, здесь у нас с вами заклепочки с двух сторон. Это очень удобно на самом деле. Между ножек заклепочки я взяла в размере 74. Ну, как раз, когда прохладно будет, будем в нем ходить. И такая шапочка. Это новинки. Класс. Сейчас оторвем. Смотрите. Сразу этикеточка. О, почти целиком легла на кота. Супер. Угу. Классный котик. Мне тоже понравился. Прям, ну, я думала, он меньше. Что-то так посчитала размера. Так, этот комбинезон M&M's у нас с вами стоит... 455 рублей. Все удовольствие. Это хлопок, это красота, это Diaz Kids производитель. Сзади ничего нет. Вот такая вот милота. Есть и на мальчиков, на девочек. На мальчиков тоже много интересных комплектов. Такая шапочка. Можно подворотик, наверное, сделать, если великовато будет. Ну, с подворотиком шов. Ну, классный. Классный, вообще здоровский. Очень приятный такой на ощупь. Как раз, так когда прохладненько, вообще красота. Так, дальше. Ага, это футболки. Уже есть. Старшие девочки. У тебя была лайк черная, да, но она облезла. Но мы не васильки ее брали. Так, это тоже Diaz Kids. На 10 лет я беру, чтобы было посвободнее, потому что хлопок немножко все равно маломерит. Так, футболка для девочки лайк. На рост 140, а у нас рост сейчас где-то 130, но я давно не замеряла. 162 рубля, девчонки. Все удовольствие на лето. Футболок мало не бывает. Они быстро приходят в негодность летом. Дети часто падают, да? С велосипедов, с самокатов, со скейтбордов и так далее. Вот такая футболочка. Нам можно наряжаться. Сейчас будешь показ нам устраивать. Мод. Так, дальше. Третий раз, девчонки, беру уже леггинсы. Вот в таком оттенке взяла. Вот под футболку сейчас будет круто. Вообще комплект получился у нас. Лосины для девочек. Цвет коралловый. На 9 лет я взяла 134, потому что в прошлый раз я брала такие же в другом цвете. На 140, и они великоваты. 333 рубля стоят лосины. Они потрясающие, девчонки. Они тоненькие. Это у нас Bonita Kids. Bonita Kids мне нравится, как делают детскую одежду. У нас уже третьи такие. У нас есть в ментоловом оттенке и темно-синенький. И вот эти вот такие вот коралловые. Часто падают, я уже сказала, коленки рвутся. Зелень-то стирать можно, это не проблема, но коленки рвутся. Вот они лосины. Здесь надпись. И вот такие стрелочки красивые. На, одевай лосинчики. Будет у тебя комплект. Так, еще футболку взяла. Вот такую вот желтенькую. Сейчас найдем. Бабочка. 158 рублей. Девчонки, футболки по смешным ценам. Затаривайтесь на лето, не пожалеете. Это Diaz Kids тоже на 10 лет. На рост 140 сантиметров.
Вот такая красивая желтенькая футболочка. Яркая, сочная, как раз то, что нужно. Так, пока малыш одевается, мы с вами посмотрим дальше. Так, я заказала, девчонки, платки. Платочки обычно... Ой, они тоже большие, я думала, будут меньше. Вот такие большие платочки носовые, 30 на 30 сантиметров. 10 штук, по 10 штук они продаются. И стоят они... Так, сейчас платочки, носовые платки, 11 рублей один, то есть 110 рублей 10 штук платочков. Взяла для чего? Допустим, мы когда кушаем, да, чтобы вытереться, чтобы если сырпнет, там себе на плечико положить, когда носишь и так далее. Ну, в общем, я посчитала, что это вещь необходимая, потому что у меня, в принципе, дома платков нет. Сейчас мы их с вами распакуем. Ой, красотка, красотка нарядилась. И посмотрим. И с игрушкой. Футболочку только опусти. Они там есть в разных расцветках. Я взяла вот такие вот красненькие, яркие. На улицу с собой взять там тоже приходится. Вот так они белой ниточкой прострочены. Вот изнаночная сторона. Это хлопок. Что тоже очень здорово. Вот такая вот красота. Хорошие платочки. Не сильно тонкие. Видите, не светят даже. Так, дальше. Ну, ладно, мы пока смотрим. Подожди, пока сейчас я все покажу, и мы с тобой вместе. Мне тоже тут нужно одевать. Носки. Я заказала носки мужские. Я беру их уже не первый раз. Это 80% хлопок, 15 полиамид и 5 лайка. Размер лайка. Размер 41-47. Папе нашему. Так, где у нас ценник? Потому что я себе брала тоже мужские. Сейчас расскажу, почему. Мужские носки короткие, твой стиль. 27 рублей пара, 162 рубля, 6 пар. Это тоже самая бюджетная цена. Носков не бывает много. И это самая бюджетная цена, которую я где-либо видела. Они такие коротенькие, достаточно на лето, тоненькие, самое оно. И себе я взяла, девчонки, носки слитки. В мужском размере, вы понимаете, в мужском отделе, почему... На чем идет речь, да, вот такие вот следочки, они здесь представлены в 4 цветах, потому что женских не было на сайте, к сожалению, следочков, вот, и поэтому я взяла мужские, какая разница, как бы, да, расцветочки, тем более, такие под кроссовочки, под тапочки. Так, носки мужские, твой стиль, тоже 41, правда, 47 размер, но это нормально, они тянутся, как бы, все хорошо, 38 рублей пара, 190 рублей, получается, 4 штуки, да, да, 4 штуки. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Потому что аналогично есть и Faberlic носочки тоже. Но они там гораздо дороже. А разницы, в принципе, нет никакой. Нет, здесь, девчонки, 5 пар. 5. Просто так не скажу. Вот как они выглядят. И здесь тоже, как и в фаберликовских носках, есть силикончик по пяточке. Видите? Вот он. Они очень удобны. Я люблю в таких и в дома ходить, и на улицу. Вот так они выглядят. Тоже самые бюджетные такие носки такого плана. Это только в васильке. Так, дальше. Я взяла простынь трикотажную. Я вам уже говорила, что я теперь беру простыни только на резинки. И трикотажные, я поняла, мне гораздо на них приятнее. Они не так все равно сползают, потому что просто на резинке тоже сползает. А, хлопчатобумажная. А вот трикотажная не так. Она держится все-таки. Ее поправлять практически не приходится. И заметила, что сейчас в жару на трикотажной простыни мне спать гораздо приятнее и комфортнее. Она, может быть, как-то испарение, что ли, пот лучше впитывает. Взяла вот в таком бежевом оттенке. У меня сейчас как раз застелена такая же в ментоловом, абсолютно такая же, только в ментоловом цвете. Это под другой комплект взяла бежевую. В размере 180 на 200 на 20. И стоит она... Так. Где же наша простынь? Наверное, на другой страничке. Сейчас, one moment. Да. Так, простыня трикотажная на резинке, цвет бежевый, 579 рублей. Отличная цена, просто чтобы спать и радоваться жизни. 100% хлопок тоже, хоть и трикотажная. Следующее, что покажу, это брюки, ну, спортивные, джоггеры мужские. Размер черный с лампасом, размер цвет черный с лампасом в размере 58. И стоят они 584 рубля. Так, сейчас покажу. У нас уже похожие есть. Мы брали в костюме только. Вот так они выглядят. Обычные черные, с завязками. Резинка прострочена. И беленький лампас. Вот такой. Внизу тоже на резинке.
Хлопок достаточно тонкий, приятный на лето, прям самое то. Вот такие штанишки. Так, поехали дальше. Дальше костюм, комбинезон, точнее, комбинезон детский. Так, комбинезон детский на рост 140-588 рублей. Это на лето такой комбез, тоже относительная новинка Васильки. У них очень много новинок, в Инстаграм сразу они выкладывают, можно там отследить. Я как бы там и отслеживаю. Вот такая красивая расцветочка, модненькая. Это такой комбинезон как раз на погоду, которая сейчас, на жаркую. С рукавчиком спинка не обгорит, мы обгораем быстро, да? Шортики внизу, и здесь у нас посередине поясок, который мы затягиваем на талии, да? Узелочки уже завязаны. Очень симпатичный, красивый, летненький такой комбинезон. Сейчас тоже все померим, вам покажем. Так, дальше. Я взяла себе пижаму тоже на жару с шортиками. Пижама, футболка плюс шорты, мистер Кот, цвета хаки, в размере 58. Больше всегда беру тоже. Сейчас у меня где-то 52 размер, чтобы вы понимали. Но пижама точно побольше. Если там какие-нибудь платьишки, то уже, наверное, 56 я буду брать. То есть на 2 размера больше надо брать однозначно. 560 рублей пижама. Вот такая вот миленькая. В размере 58, я вам уже сказала. Так, сейчас открою, покажу. Вот так выглядит футболка коты. То есть спереди она такая, а сзади вот просто одноцветная. Хаки и котики. Блин, кот классный. Вайн-кот, винный кот. Девчонки, винный кот. Здорово. Горловина очень хорошо обработана. Рукавчик тоже обработан, смотрите. То есть здесь, как правильно называется, вот эта штука, которая крепится на горловину и на рукав. На рукав не везде. Здесь вот рукавчик так обработан. Низ просто подшит. Сейчас тоже померю, вам все покажу. И шортики. Шортики тоже классно, кстати, обработаны вообще. Правда, резинка не прострочена, но это не беда. С карманами, с кармашками. А низ тоже так обработан, видите? Классные, классные шортики. Сейчас все померим. Так, и что? И что у нас осталось последнее? У нас осталась с вами подушка ортопедическая. Я долго очень выбирала подушки, не знала, какую взять, потому что брала до этого дешевые совершенно в магазине. Бамбук, по-моему, в Васильке тоже такие есть. Но они быстро теряют свою форму, очень быстро заминаются, это неудобно, некрасиво и так далее. Сейчас решила взять одну подушку ортопедическую на пробу. Если она мне понравится, то в следующий раз я закажу весь комплект именно таких подушек в размере 50 на 70 и в размере 70 на 70 у меня подушки. Вот, сейчас мы с вами посмотрим. Потом я, конечно, ее протестирую, какое-то время на ней посплю и сделаю окончательный вывод. Там в следующих обзорах или где-нибудь вам обязательно отзыв оставлю. Теряет она со временем свою форму или нет. Они не такие бюджетные, но все равно, тем не менее, дешевле, чем в других магазинах. Я имею в виду ортопедические вот эти подушки. Сейчас я ее достану, и мы с вами посмотрим. Так, девчонки, подушка ортопедическая. Memory Soft 50 на 70, F6 стандарт, эргономичный. Вес 1,1 кг. Там были 1,1, 1,3. Набивкой, наверное, отличаются. 884 рубля. Я вам ссылки на каждый товар обязательно под видео оставлю, если он будет в наличии. Если я ссылку не оставила на какой-то товар, его, скорее всего, нет в наличии. Смотрите, здесь вот я молнию уже расстегнула. Вот в такой приходит упаковке эта подушка. То есть, вроде как, она должна запоминать форму и держать ее более-менее. Так, какой у нас здесь наполнитель? Супер мягкость и воздушность для сна в любом положении. Стеганый чехол. Высота 14 сантиметров, хлопок смесовый, 50% хлопок, 50% полиэстер. Это чехол. Наполнитель полиэфирное волокно. Внутренний, это дополнитель чехла. Внутренний наполнитель гранулы вязкой высокоэластичной пены с эффектом memory form. Я, по-моему, никогда еще такие подушки не брала. Будет очень интересно тестировать, но я уже чувствую, что она достаточно тяжелая, в отличие от вот этих вот бамбук подушек, да? Она достаточно тяжелая, вот такая вот простеганная, вот такой вот толщины. Слушайте, прикольно, смотрите, как она быстро возвращает форму. Здорово. В общем, буду на ней спать, потом вам обязательно отзыв расскажу. С виду очень добротная вещь. Так, если чехол у нас, где он, на молнии, вот у нас молния. И внутри у нас подушка. Наполнитель хочется рассмотреть. Это такие мягкие шарики какие-то внутри, мягенькие. На самой подушке молнии не вижу. А чехол, кстати, довольно плотный. И внутри он, видите, какой такой, как расстеганный, утепленный. Здесь как будто как флис, что ли. Классная подушка. Очень интересная. Если понравится, я обязательно себе закажу потом целый комплект. Так, ну а сейчас у нас пока смотр. Ну вот у нас футболочка какая красивая. Только ты ее все равно не отвернула внизу. Поправь. Подворот, видишь, поправь, она у тебя завернута.
Да, во. И леггинсы. Прям такой комплектик красивый получился. Вообще обалденный. С носочками видно. Голубыми. Вот так. Вот. Ну, классный комплект такой летний, сочный, освежающий. Ой, игрушка, да, супер. Да. Уже извалялась на ней. Смотри, какая она тебе, ватушечка большая теперь. И задом давай. О, здорово. Вот эти леггинсы вообще классные. На лето таскать тоненькие, просто супер. Ну-ка еще передом повернись. Покажи нам надпись-то на футболочке. Лайк. Ага, красиво, ярко. Давай теперь еще футболку с бабочками померим. Ну, и теперь желтая футболка с бабочками. Вот, тоже классно. Это на рост 140, да? Обратите внимание. А у нас рост 130. То есть детские вещи тоже немножко побольше берем. Ну, задом поверните. Бабочка красивая. Слушай, она набивная? Ну-ка, дай. Я не потрогала. Да, она набивная, так же, как и лайк. Ну, красота. Нравится? Да. Здорово. Супер. Так, ну вот пижамка, она, кстати, не очень свободна, можно было 60 брать. Она, я так делала, немножечко маломерит. Ну, хотя хлопок еще растаскается. Так, футболка и шорты. А так очень приятно, тактильная. Хлопки вообще приятно летом в жару. Вот шортики. Они, то есть, достаточно такие длинные. Кармашки. Все удобно, красиво. Можно повыше, в принципе, одеть. Классная пижамка, удобная, практичная, здорово. Еще забыла вам показать, заказала я белье. Пару трусиков, сейчас цену скажу. Так, трусы женские 84 рубля и 95 какие-то. В размере 52-54, 5XL. Я что-то до этого брала побольше, и они прям сильно велики. Сейчас взяла 5XL, боюсь, тоже будут велики. Сейчас посмотрим. Но это хлопок, что тоже ценно. Цены вообще наибюджетнейшие. Ой, вот эти красивенькие. Нет, кстати, нормально. Нет, они не 52, не 54. Они тоже немножко маломерят. Смотрите, вот такие вот лав сиреневенькие. Классные. Здесь резиночка черная. Самое оно. Они вот как раз, мне кажется, на 50-52. А вот эти побольше. Немножко. Вот такие вот. Огромный выбор белья есть в Васильке тоже. Прям вот огромный, можно растеряться даже. Тянутся. Хлопок стопроцентный, да? Должен быть стопроцентный. Да. Так что вот так. Все вам показали вроде, да? Про подушку еще вам потом обязательно расскажу отзыв, потому что у меня много девочек уже спрашивали, какие вы берете подушки в Васильке, какие лучше брать, да? Какие держат форму и так далее. Но пока мне кажется, что вот она тяжелая, но не сильно тяжелая, но относительно по сравнению, говорю, с этими вот бамбук, какие там еще у нас бывают наполнители, верблюжье что-то, вот шерсть, ну вот эти вот дешевые категории. Нет, она прям разительно отличается. Я вам потом еще расскажу, сколько она продержала форму в обзоре следующего заказа. Все полезные ссылочки на Инстаграм, Василек, на сайт и на все вещи, которые будут в наличии, я вам все оставлю под видео в инфобоксе. Нажимаете сбоку такую стрелочку, проходите туда, потому что многие девчонки теряются, не знают, что такое инфобокс, да? Разворачивается информация, и там вы видите все ссылки. Ну, на это все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока. Ну, иди, Паваша, иди. Иди скорей. Пока-пока. И котик тоже пока-пока, мамаша. Пока-пока. Пока.